мои дорогие друзья, мне подарили вот такую вот вафельницу для бельгийских вафель. Все вы, наверное, знаете, нет такого человека, когда проходишь в парке или в торговом центре, нам продают недешево вот такие вкусные вафельки. Вот и мне досталась такая вафельница. Тут есть как пользоваться и рецепт. И сейчас хочу попробовать. Все-таки испечь эти шикарные, как по мне, вафли. 750 ватт потужность. Сейчас посмотрим с вами. Так, вот ее технические характеристики и рецепты. Вафли классические, вафли венские. Сейчас почитаю рецепт и попробую все-таки приготовить. Мне это очень интересно. Вот так. Вот так, в таком пакете. Вот. Так. Оп. Одной рукой неудобно. Хорошая такая, крепкий кабель такой. Так, сейчас откроем, посмотрим, что там. Так, вот он открывается. Обыкновенная пластмасска, но все же интересно. Так, сейчас приготовлю, поехали. Так, здесь у меня мука, корица, взбитые желтки с молоком, сливочное масло растопленное, все как в рецепте. Вот взбитые белки до устойчивых пиков, вот я. Сейчас это все соединим, разогреем нашу вафельницу и сделаем вафельки. Сейчас посмотрим, что получится. Намазала форму подсолнечным маслом, разогрею сейчас нашу вафельницу и, как написано в рецепте, на каждую формочку по 1-2 ложки. Так, разогрелась. Так, по 1-2 ложки на одну форму. Так, сейчас попробую по 1, пускай растекается. Так, еще чуть-чуть. Сюда вот так чуть-чуть. Еще добавим. Первый раз делаю, ребята. Наверное, вот так чуть-чуть. О, вот так, вот так, вот так. Вот так вот распределю. Так. Ладно, пока хватит. А то всегда первый блин комом. И закрываем. Ой, опа. Все. Ничего нигде не вытекает. И как по рецепту до 10 минут. Ну, будем смотреть. Так, друзья, прошло 5 минут. Что-то мне кажется, 10 минут это много. Сейчас посмотрим, что получилось у нас. Вау. Ага, сейчас больше теста нальем. Класс. Вот первая порция. Смотрите, какие красивые. Ой, сейчас они остынут. Ой, у меня есть нутелла. Прелесть. Поехали дальше. Друзья, процесс идет. Да? Офигенно. Сейчас буду пить кофе. Ой, вот дымит. Удобная такая. Удобная, удобная. Ой, прелесть. Сейчас буду радовать своих. Так, друзья, сейчас буду дегустировать. Пока я довольна, мне нравится. Но вы знаете, надо, чтобы они остывали, потому что у них такой не вкус, а вид как оладушки просто, приобретенные форму вафель. Вот у меня есть нутелка, тезка моя. Сейчас я попробую. Все. Так, вот это, а подожди, ага, да, вот это вот у нас. Ой, а нутеллу, сейчас нутеллу расколупаю. Она в холодильнике стояла. Ну, короче. Хочу ж попробовать. Тут нутелла. Ой, боже мой, разрывается роза. Вот так вот. Не, ну это я буду как дегенерат. Кто бережет фигуру, не надо. Ой, мама. Угу. То, что мы едим в парке и в торговых центрах. О! Короче,
Знаете, ребята, я делала по 5 минут, это мало. Хоть и цвет красивый, как написано 10 минут, оно высыхает там и становится таким хрустящим. Ой, с нутелла не могу. Ну что это ей надо, скажите, пожалуйста, как вот гавкать с утра? Не дает мне аристократически позавтракать. Короче, друзья мои, вот это вот класс. Вот это, когда я подольше подержала, вот это вообще офигенно. Кто будет делать 10 минут? И две ложки много. По ложке и так распределять. Потому что у меня стало вытекать. И такой гул такой. Я испугалась, выключила, повытирала. Он еще делает, еще осталось. Ой. А ну сейчас, а ну. Это прошло 4 минуты. Так, еще 6 минут. О, вот это другое дело. Все, ребята, я с вами поделилась своей этой вот вафельницей, вафлями, которые я сделала сама. В воскресенье утром это все я делала. Сейчас буду марафетиться и буду готовиться к прямому эфиру к своим дорогим, родным друзьям.